На последнем заседании Законодательного собрания Нижегородской области 5-го созыва депутаты распределили безвозмездные поступления средств из федерального бюджета в сумме более 5 миллиардов рублей. 3 миллиарда пойдут на строительство моста, 1,7 на подготовку к чемпионату мира по футболу, расширение Юбилейного проспекта, 220 миллионов – это поддержка предпринимателей, 36 – поддержка АПК. Также деньги направят на увеличение ассигнований на обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями льготных категорий граждан. Депутаты приняли и решение направить 100 миллионов рублей на выплаты семьям, у которых есть 3 и более детей. Кстати, за рождение третьего ребенка теперь нижегородки будут получать единовременное пособие, так называемый местный материнский капитал, увеличенное в 4 раза. Фактически семья сможет получить при рождении второго или уже смогла получить федеральный материнский капитал и, решившись на третьего ребенка, получить дополнительно 100 тысяч от Нижегородской области, что позволит, возможно, например, компенсировать проценты по ипотечному кредиту. Эта мера поддержки вступит в силу с 1 января следующего года. Между прочим, последние 2 года в регионе вторых детей в семье рождается даже чуть больше, чем первых. Этому не в последнюю очередь способствуют меры социальной помощи, которые оказывает правительство области. Принятый закон об увеличенном материнском капитале будет действовать 2 года с возможностью его дальнейшей пролонгации.